Як говорите, показывает Вінниця. Центрально-развлекательный дворец спорта, ледовый клуб. Улица Хлебная, 1. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Идет запись и онлайн-трансляция. Открытый кубок Вінниці. Вторая игра. Белые барс, бровары, желтые свитера у нас и два белых пухнастых зверька. И белый барс, белые медведи. Белые медведи — это Калуш. Ну что, все готово к началу игры, поехали. Первый период. 0-0. Калуш — темные хоккейные свитера. А бровары, белая церковь, желтые свитера. Три периода по 15 минут. Я передаю всем привет телезрителям и делитесь нашим видео. Свисток. Итак, белый барс, бровары, тренер. Бобкин Александр Васильевич. Номер 21, ассистент капитана, Гробовецкий Артем. Номер 17, Бородай Денис. Номер 8, Андрощук Дмитрий. Номер 19, ассистент капитана, Гребенник Артем. В паузах будем знакомиться. Ох ты, хорош. Борьба уже завязывается с первых минут, с первых секунд. Первая игра была очень интересная. Встречались Вінницькие патриоты и Кременчук. Патриоты победили 5-3. Удаление. Первое удаление в сегодняшней игре. Арбитры сегодняшней игры. Олег Паршенко и Константин Крисаренко. Удаление команде «Бровары», «Белые медведи». Вбрасывание. Составы команд продолжим. В паузах будем знакомиться. Хацкевич Иван, номер 13. Волошин Артем, номер 2. Сардудинов Алексей, номер 18. Численное преимущество имеет Калуш на всякий случай. Запекла борьба. Ноль-ноль, напомню. По 15 минут играют команды. Третья минута первого периода. Белые медведи, белый барс. Шайба у вратаря. Ворота на замке. Итак, дальше знакомимся с барсами. Волошин Артем, номер 2. Сардудинов Алексей, номер 18. Фурсенко Павел, номер 15. Бойко Руслан, номер 12. Войсковский Никита, номер 7. Койда Александр, номер 14. 5. Тромкин Владимир. Котряк Артем, номер 4. Познакомимся со всеми, никого не забуду. Если что, на всякий случай, пробачьте. Знакомлюсь первый раз с этой командой. 22 номер. Юшковский Матвей. Номер 16. Ковбасюк Андрей. И вратари. Номер 1. Скороход Александр. И номер 20. Лунсецкий Дмитрий.
Калушем познакомиться пока не получилось. Может быть, на второй, на третьей игре мы познакомимся. Ох, опасные моменты. Возникают у ворот. Но пока без шайба. Я приглашаю Киевскую область, Бровары, Белая Церковь. Телеэкраном подключайтесь к нам. Прямая трансляция идет из Минского дворца спорта. Ледовый клуб. 0-0. Борода Денис, номер 17, номер Валерия Харламова. Ну, номера на желтом, белом тоже не очень видно, но будем разбираться. В полном составе играет команда. Есть болевые, есть бросок после свистка. Счет прежний. Удаление есть. Команде Калуш. Первое удаление. Обменялись по удалениям 1-1. Один-один по удалениям и 0-0 по голам. Ну, равные команды видно сразу, и шайба в сетке ворот. Калу, что это? В меньшинстве забивают? Ой-ой-ой. Вот так вот бывает в хоккее. В меньшинстве. И открывает счет в этой игре 1-0. На пятой минуте первого периода. Пятая минута. Слово за Барсом. Ответное. Будем ждать. Ивановку привет. Оксане привет. Всем телезрителям привет. Орешек с вами и ведет прямую трансляцию и запись. Сын ледового клуба. Турнир Винницы. Открытый. Вторая игра. Численное преимущество получается у нас у Барса, но защищаются почему-то. 5-4, 5-5 в полном составах играют команды. Неудобный бросок. Месте вратарь. Ждем атаки Барса. Бровары. Прекрасный выходной день сегодня. Привет, Иван и Корешек с вами. Какие пожелания, предложения, пожалуйста, пишем вопросы. По мере возможности отвечу. Может, пауза. Проброс. Свисток. Ну, коль тут винничане, пока так сразу могу. Анонсик на понедельник. Финал. Вот когда, в какое время игра, я думаю, Игорь Иванов нам напишет. 20.00 или 21. Сейчас этих игр. С понедельника. Гайдамак и Маяк. Бровары, шайба, бросок и гол, 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 гол! Шайба в сетке ворот. Кто забросил шайбу? Номер 14. Койда Александр забрасывает шайбу.
Первая шайба белого барса на этом турнире. И первая пропущенная шайба Калуша. 14 номер Койда Александр отличается. С 2-3 метров крючком поддел шайбочку и в девятюлечку положил. 1-1, уже интересно. А вам как? В равных составах были команды. Шевелится пока наша камера. Ай-яй-яй-яй-яй. Без грубости, без жесткости. Хотя и в шлемах играет, и в масках ребята, но неприятные моменты бывают. 1-1. Удаление в команде Кауш. Номер 9. У борта нарушил серьезно правила. Так, выведем. Еще есть разбирательство. И тут же удаление номер 2. Кауш что-то видно где-то сказал. Поэтому нарушение, все фиксируется. Но у нас на площадке получается 5-4. Тут не заметили, судьи тоже клюшка под ноги, в ноги. Дисциплинарно, я так понимаю. Получается, какие Калуша за разговоры. Нецензурно, я так думаю. Ребята, не подводите свою команду, еще раз обращаюсь к клюшкам. Эмоции сдерживать. Все это подводит команду. Девятый и второй номер. Белые медведи. Ну, совсем не белые, темные. Зелено-черненькие. Ну, Калуш. Борьба, но в меньшинстве лучше играет Калуш, получается. Бровары шайбой. Там ледовый дворец бровары. Известный в Украине. Сборная играет там. Один-один счет, напоминаю, итог нам только подключился. Белые медведи, Калуш и белый барс, белая церковь. Ну хоть бы бурые медведи или серые. Один-один. Счет, напоминаю, за 5 минут до конца первого периода. Белый барс атакует с неудобной. Свисток. Патриот выиграл у Кременчук 5-3. Это была первая игра, сейчас вторая игра. Следующая — Кременчук Драконы. Нессиона Израиль. Драгонс. Нессиона. Мои друзья. Ну и еще нас ждет 3 игры. О трансляциях пока не говорю. Как всегда, ничего не известно заранее. Все решается в последнюю секунду.
Горение чинашки, привет. Борьба за центр, за территорию. Так. Что-то было похоже на нарушение, но в рамках правил. Олег Паршенко и Константин Писаренко сегодня судят сегодняшнюю игру. Ох, опасные моменты есть, но пока справляются и защитники, и вратари. За центр борьба. Шайбы бровары. Бросок. Ну вот момент. И гол, 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 гол. Шайба в сетке ворот, пацаны. Браво, 12 номер мы видим. Кто тут будет? Колбасюк Андрей. Подойди. Колбасюк Андрей, номер... Колбасюк Андрей, 16. Номер 16. Забивает вторую шайбу. 22-го. С передачи 22-го номера. Юшковского Матвей. Ближе, идите сюда, ребята. Ну, мы ж... Ваши родители смотрят. Вот тут будьте здесь, все видно. В этой атаке. И 2-1 выходят вперед. У нас белые барсы. Дима, не боитесь нас, все хорошо. Провода вам не помешают, да. Благодарю ребят за помощь и поддержку. Привет, привет. 2-1 счет, 2 минуты с лишним до конца первого периода. Да, показывают волю к победе. Бровары, проигрывая 1-0, уже впереди. Осваиваются ребята. Только с дороги я слышал, да, ребята, только приехали. С корабля на бал. Ох, момент! Бросок! Почти от синей линии. Смена по ходу. Все грамотно. Жарковато, вы знаете, и на трибунах уже. На площадке то жара, там пекло, это понятно. Ну, на улице плюс 5, плюс 4, и здесь, соответственно, плюс 3 где-то на трибунках у нас. Так что я приглашаю вас на трибуны, вход свободный. Сегодня игры до вечера, до ночи, это вторая игра. И завтра будет 4 игры. Сегодня 7. Калу с шайбой. В объезд ворот, в обход. Пас. Щелчок. Сквозняк. Растушевалось в майданчику, что такая вот уверенно так. И контрвыпад. Белый барс, ну желтый барс получается. Белый барс и темные медведи. Так, чтобы вам легче было ориентоваться.
кистевого от синей линии. Не доходит до ворот. Опасно. Обратить внимание судья на толчок. Я думаю, что будет нарушение, будет удаление. Так, в большинстве и так играли у нас бровары. Да, тут что-то там случилось. Очень неприятный момент. Родители, не переживайте. Все живы и здоровы. 40 секунд до конца первого периода. 2-1. Бросок! Отбивает вратарь. На добивание никого не было. Бровары в эфире. Вы есть кто, ребята? Отзывайтесь, спрашивайте вопросы. Тут есть ребята ваши. Помогут, ответят. Отлично. Сыграл вратарь. Номер 20, да, у нас? Защищает ворота. Это Лусецкий Дмитрий. На высоте. Так? Лужицкий, Дмитрий Лужицкий. Так что если где-то будет ошибка фамилии, имени, извиняюсь, не ругайте меня. Знакомлюсь с вами первый раз. Ну и рука не моя писала. Лужицкий Дмитрий, номер 20. И запасной вратарь Скороход Александр. Номер перший. Восемь секунд, 7, 6, 5. Остается до конца первого периода. И звучит сирена. 2-1. Все самое интересное впереди. Приглашайте знакомых, друзей. И мы продолжим нашу диги-трансляцию. Бровары Трошкина Андрей в эфире. Это кто такой, знаете? Чей? Вам привет, пятый номер. У нас есть Трошкин Владимир. Передаем вам привет, Винница. И вот, ребята, здесь тоже бровары со мной рядом. И с вами Орешек Продакшн, телекомпания «Позитив». Сразу, ребята, фиксируйте YouTube, Саша Миханько. Заходите, пока перерыв, сделайте паузу. Просмотрите наши видео, ознакомьтесь и подписывайтесь. Андрей Орешек и Саша Миханько. Приятного вам просмотра, бровары. Добро пожаловать в Винницу. С вами Орешек Продакшн. И мы продолжаем нашу трансляцию. Второй период. Счет 2-1. Впереди бровары. Проигрывая 1-0, ребята, по ходу игры. Бровары показывают зубки. Сегодня в Виннице. Дворец спорта, ледовый клуб Виннице, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. С вами в эфире. Второй период. По 15 минут идет игра. Трошкин Владимир, номер 5. Показывает себя отлично на площадке. Бросок, сквозняк. Просвистела шайба. Какие вопросы, ребята, пожалуйста? Я так понимаю, ребята, только с дороги. Сегодня приехали и уже в бой. Первая игра для вас. А патриоты Кременчук открыли кубок Винницы. И патриот Винницкий победил 5-3 Кременчук. Интереснейшая была игра. Онлайн не было. Возможно, будет попозже на YouTube. Саша Миханько или Андрей Орех. Отдай! Калуш атакует. Сквозняк. Никто не поставил клюшку, никто не поддержал. Проброс такой. Прострел. Александр Гвоздовский, судья-секретарь сегодняшней встречи. Свисток. Приглашайте на ваши игры, бровары. 067 1867 212. Андрей Орехов. Или можно Орешек с вами. Любитель спорта, физрук, шоумен, падение. Коньки можно подточить, у нас работает поточка и заточка. Бровары шайбой, атакуют, бросок.
Вратарь на месте. Это ресторанчик у нас, видите, кафе-ресторан. Кто здесь не был, сейчас проведем экскурсию по нашему Ледовому дворцу. Пока пауза. Это здание перед вами, это ресторан и кафе. Там можно покушать, там тепло и уютно. Там чаек, кофеек и прочие напитки. Вот там в дальнем углу, где видите синие надписи, это магазинчик. Изолента, скотч, футболки, формы и все такое, что необходимо для игры. Игр замков. Ну а справа, слева ничего такого особого, но я вам все покажу. Двенадцать минут до конца. Я вижу удаление у нас в команде «Калуш». Численное преимущество имеет команда «Бровары». Но вот как называть правильно? Все-таки команду я пока путаюсь. Сейчас объясню почему. «Калуш» шайба, и в меньшинстве постоянно бросаю. Потому что по протоколу сегодня «Белый Барс», «Белая Церковь» должны играть. Ну, я так понимаю, что-то не сложилось с Белой Церковью, поэтому у нас «Бровары». Как назвать команду правильно, подсказывайте мне, болельщики, родители «Бровары», чтоб я не ошибался. Богдану Рудакевич, физкульт-привет, снежный, ледовый, хоккейный. Это «Компас». Говорящие путевки, самые дешевые путевки в мире. «Компас», Винницкая турфирма. И хоккеисты команды «Спартак» с нами, Винницкая команда. 15 номер у нас. Курсенко Павел был шайбой. Есть у меня фамилии игроков, буду потихоньку знакомиться, если вам номера не видно. 5 номер играет Трошкин Владимир, сейчас на площадке, он ближе к нам. Темный шлем. Хотя номер прячется за футболкой. Заруба, заруба. Шайба, 5 номер. Владимир. Ох, опасная атака, выход. Ох, моментище. Патриот победили 5-3 Кременчук в первой игре. Для Даны. Смена по ходу. Открытый кубок Винницы, напомню, сегодня у нас праздник, хоккейный фестиваль. «Калуш» на площадке и «Бровары». Легендарные хоккейные школы. О-хо-хо! Свисток молчит. Все в рамках правил. И с вами ваш «Орешек Продакшн». Это Александр Васильевич Корпорейшн. Ну что ж, прекрасный человек. Мы сразу все решили о трансляции и сообщили вам, дорогие телезрители. Приятно работать с такими людьми. Эх, не смог тут второй номер, «Калуш». И я для вас, «Бровары» шайбой. Номер белый, вот. На желтом свитере. Ну вот четвертый номер вижу. Это Чатряга Артем. На площадке. Ближе к нам. Закрывает синюю линию. О, крупный парень есть. В команде «Бровары», вот он здесь ближе к нам. Сейчас увидим номер, фамилию. 15 номер. Фурсенко Павел. 4 номер с шайбой. Катряга Артем. И накатывается атака. Пишите «Бровары», можно писать, что не так. Хочу ваше мнение и видеть, и слышать. «Калуш» шайба.
Пауз маловато, свистков маловато, удаления были. Больше в команде Калуш. Шайба накрыта. Лужецкий Дмитрий защищает ворота Бровары. Поздравляем также Александра. Это юные патриоты с нами. Один, напомню еще. Второй период. 8 минут до конца второго периода. Калу шайбой. Опасно. Но тот не обработал. Свисток. Тишинка. Калуш, привет! Щелчок! Нет! Опасно! Но тут вратарь спасает Бровары. Ну, ребята, надо помогать вратарю. Ну, раз отбил, два отбил. Где защита? 2-2. 2-2. Ой-ой-ой, то ли еще будет, ой-ой-ой. На украинском языке. А потом начинает. Печатает борт. Во-первых, не может, говорит, не надо. Я быстрее, быстрее, быстрее! Калу шайбой. Домой, домой! Бровары, Калу, шайба туда-сюда мечется. Ой-ой-ой, нарушение есть, поднято. Судьей рука вверх, подножка. Явное нарушение, не нарушать. Все четко. И очередное удаление в команде Калу. Ну или третье, или четвертое, скажу так. Номер 13. Расправляйтесь, свитера, ребята, удаляйтесь. Бровары лучше, Василий, бровары. Я за Калу. Это лично мое, я знаю тренера Андрея. Это Иван Франковский, Калу. Ивана Франковщина с нами. Прикарпатье. Мы просто дружим с тренером Калуша, с Андреем. Коньяком не поедем. Я знаю, что поедем. Андрей Петрович. Тренер Калуша Андрей Петрович. Это друг Виталия Георгиевича Чигиря. Они вместе работали. Только фамилию осталось помнить. Всех помним, всех знаем. Но вот иногда бывает, все-таки нам уже по 120-130 лет. Калу шайбой. Это как? Шайба не проходит. Штанга. Не проходит шайба. Как озеро. Штанга. Куц. Это легкоатлетическая фамилия. Ну и хоккей, наверное. Владимир Куц. И Андрей Петрович Куц. И Александр Васильевич Бобкин. С тренерами познакомились. И так хорошо. Так, 3 секунды, 2 секунды. И в полном составе играет Калуш. Не использовали численное преимущество. Задай, иди! Катряга Артемова, 4-й на площадке Бровары. Номер 2.
Волошин Артем. Ой, хорошо, хорошо. И Дмитрий Лужецкий, вратарь. Бравары. Трошкин Владимир, номер 5 на площадке. Запримиз. Бравары шайбой. Все хорошо. Не пас, не бросок. Где? Защитник на месте. Защитник на месте. Вратарь даже не подключился. Хорошо, без песка. Давай, давай! Ой-ой-ой-ой-ой! Боже мой, вы видели? Молодцы, Карлос, давай! Из объятий Дмитрия. Но не залетело в ворота, и никто не добил. Это повезло, можно сказать. Вас сейчас вместе будем брать, Карлос. Щелчок от синей линии. Они не поймут. Карлус! 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 Серьезная поддержка Калуша. Два-два счет. Судья тут также участвует в атаке. Ой, опасный момент. Ох, Дмитрий на высоте Лужецкий. Вратарь Бравары. Добивай! Бросок! В ловушке на месте. И аплодисменты вратарю. Вот такой у меня фан-сектор. Единица Калуш. Мы за Калуш, Андрюха. До дома. Я за Бравары, ребята. Но я комментатор, комментатор должен быть нейтральным. На русском языке. У меня никого нет. А Калуш еще на русском языке. Калуш, шайбочку, Калуш! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Калуш! 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 Заглушают наши радиоволны, болельщики. Давай, Калуш, гол! Шайбу! 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 Ого! Страсти накаляются. Батя, опять пирамиды. Мы куда не приедем, Людмила Мазур, тебе махала ручку. Ага, я, может, не заметил Людмила. Машу вам. Ну, ручки заняты, ножкой вам чуть-чуть. Правой. Давай, 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 давай. Так как у меня и камера, напомню, а есть и оператор, и комментатор. На всякий случай. Три в одном. И заряжатель батареи. Бравары шайбой. О, как стремительно. Номер. Номер 14. Сейчас посмотрим. Щелчок. Красавчик. Койда Александр, номер 14. Скорость. Отдай. Есть. Беги. А щелчок. Шайбу. Молодцы! 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 3-2. 3-2. Калуш первый раз в этой игре выходит вперед. Второй. 1-0. Вот так. Ага, второй раз поправляет меня, да, правильно. Было 1-0. Калуш, и тут второй раз, да, ну, с переменным успехом идет игра. 2-1 вели Бравары, теперь 3-2 ведет команда Калуш. Филипп, да. Молодец! Точно. Ой-ой-ой, 40 секунд до конца второго периода. Гол! Это Калуш почувствовал силы. Может, от болельщиков эмоции передаются. Это серьезно. Давай, давай, давай!
ми слышимо золотое шайбу. Удаление в команде Калуш очередное. Наверное, уже пятое. Есть возможность для Бровороги. 15 номер команды Калуш удаляется. И численное преимущество Бровары. Вот там шанс, ребята, за 20 секунд пока. Во втором периоде, в третьем продолжите. Большинство. Василий, чуть-чуть. Да. Еще. Бросок. Трещит по реблик. Борт. И звучит сирена. 3-2. Калуш впереди. Отдохнем. Перерывчик небольшой. После первой и второй. Ждем третий период. Третий период. Заключительный. Бровары. Калуш. 2-3. Поехали. Желаем спортивной, честной борьбы, ребята. Опа! Ох ты, прозевал шайбочку, да? И бровары шайбой. Телекомпания «Позитив», «Олеса Продакшена», «Саша Михалько Корпорейшн». Не бей, не бей. Сетки ворот. Да, начало не очень приятное для команды Бровары. Четвертая шайба влетает в ворот. 4-2. Где-то чуть-чуть не хватает скорости, техники, где-то чуть-чуть. А так команды равные. По составу пройдемся. Так, Бровары шайбой, напомню, желтые свитера и темные Калуш, вне игры, зона. Гробовский Артем, номер 21, ассистент капитана, Бородай Денис, капитан команды, номер 17, Андрощук Дмитрий, номер 8, номер 19, ассистент Гребенник Артем, Хацкевич, Иван, номер 13. Да, Калуш забивает в меньшинстве почему-то. Вот так они лучше играют. В чем причина? 22 номер шайбой. Юшковский Матвей. Пас накручивать хорошо. Пас отдавать еще лучше. Опасный момент. Волошин Артем, номер 2. Кардудинов Алексей, номер 18. Фурсенко Павел, номер 15. Бойко Руслан, номер 12. Васьковский Никита, номер 7. Койда Александр, номер 14. Трошкин Владимир, номер 5. Котряга Артем, номер 4. Юшковский Матвей, номер 22. Ковбасюк Андрей, номер 16. Вратари. Скороход Александр, номер 1. И Лужецкий Дмитрий, номер 20. Познакомились с командой Бровары. Четыре, два. Бровары, надо что-то думать делать, иначе время поджимает. Калуш поджимает ворота. Теряют шайбу. Безобидная ситуация. Как самоотверженно. Зашли в зону. Вышли из зоны. Не зашли в зону. Любят в центре, ребята, играть, тут разыгрывать спокойно. Тренера на месте чуть-чуть.
Бровары шайбой. Бросок кистевой. Ютуб Саша Механько и Ютуб Андрей Орешек. Два канала, смотрите, подписывайтесь. Наши трансляции. В лучшем качестве появится видео. Со вторник. Может быть так, где-то со вторника, со среды. Может быть раньше. Только для своих. Шикую для всех. Любителей спорта, любителей хоккея шайбой. Ой-ой-ой! Ох, острые атаки, колючие, зубастые. Атаки калуша. Шайбой бровары, чуть-чуть не хватает скорости, но чуть-чуть, вот девяточка. Белый шлем. Нет, четверка. Нет, четверка. Номера понятны. Артемки. Бровары шайбой. Бросок. Нет, на месте вратарь. Ох. Щелчок. 2 метра стрел. Войсковский Никита, 7-й номер. Мешает. Десять минут до конца третьего периода. Открытый кубок Винницы. По протоколу белые медведи Калуш и белый барс, белая церковь. А в реальности Калуш и бровары. Молодцы ребята, что приезжают. Сложновато, конечно, это транспорт, все, амуниция. В общем, хватает запросов. Калу шайбой. Вот тут защита хорошо. Встретили. Ох, борьба за шайбу. У борта. Все в рамках правил. Молодцы, ребята. Показывают серьезный игру. Ох, не прошел. Защитник. Касание было. Вот поднимай. Четыре бара хуна. Свисток. На месте вратарь Дмитрий. Пока застыл счет. Потеря ненужная шайба и контрвыпад. Шайба вылетает за борт. Сюда к нам поближе. Калуш выигрывает сбрасывание.
Ну как так, ребята? Чуть ли не лбами стукнулись. И тут тоже падение нелепое. Почти курьезное. И там падение. И тут, так, надо какую-то делать паузу, тайм-аут. Все кругом попадали, и никто ничего не заметил. Ребят, не видно из-за бортиков. 1,20 м размеры бортов. Канадская площадка, 30 на 80, маловато. У нас и советские пошире и побольше площадки были. У вас антикоммунизм уже, и площадки, наверное, будут менять. Ну, дворец спорта уютный и удобненький. Можно и перекусить. Но-но-но, локоть. Галуш поаккуратней. Локти не выставлять, как в футболе, так и в хоккее. Корпус. Эх, не прошла шайба, а было бы опасно. Не знаю, выдержит ли Орешек все игры. Интересные игры, хочется поснимать, но 7 игр. Передаю привет Саше Механько. И ногами играют хоккей тоже, но тут еще разрешено, а вот футбольными руками нет. На перегонки, спринт, падение, включился ресторан. Поднята рука вверх, толчок соперника и удаление. Бровары нарушаются и удаляются. 22 номер, Юшковский Матвей, отдохнет. Ну, 1,5 минуты, я думаю, так. Да, 1:30. Детский формат соревнований. 15 минут период и чистого времени. И 1:30 удаления. Шайба в ловушке. Сбрасывание. Удаление не в тему для бровары. Тут забивать надо, еще и в меньшинстве. И время 4:40 остается. Разыгрывают. Ох. На болевой нарывался. Но-но-но-но-но, налетел. Тихо-тихо-тихо. Рука поднята вверх. Нарушение было явное. Не налетаем, на борт не толкает. Ребята, не подводим свою команду. Эти нарушения совсем как не надо. Особенно для бровары. Хоккейный клуб. Номер 15. Не сдержался Фурсенко Павел. И номер 9. Калуш, обоюдное удаление. По 1,5 минутки. Отдохнут, ребята. По одному хоккеисту. Нет, 2 хоккеиста. Бровары, скамейки штрафников. И один калуш на 9. На площадке 3-4. Опаснейший момент. 3-4. Большинство калуш. Заходят в зону. Спокойно. Вот тут, да, был монументик. Шайбу!
Следующая игра Кременчук Драконы. Нессиона. Дрэгон. Отбил вратарь или в маску. В маску было попадание. Делаем паузу. Судья здесь правильно все подъезжает, все так необходимо сделать. Выиграли вбрасывание бровары и выбрасывают шайбу, и тем самым секунды тикают в пользу киевлян. Опасен момент! Принял все на скорости, да, положил корпус, конечки, но тут не повезло. Так, выходят хоккеисты удаленные у нас. И получается 5 на 5. Хочется услышать бровары с нами на связи. Все хорошо, ребята. И дублируется видеозапись в лучшем качестве. Посмотрите на наших телеканалах YouTube. Калуш владеет шайбой, но нельзя давать с таких дистанций швырять. Это сложно. Шайбой бровары. Ох ты, подложил и перевернул. Развернулся, но тут не толкаться. 2 минуты до конца третьего периода. Ой-ой-ой, локти прижимаем на борт, не толкаем. Классные команды, сразу хочу сказать, я знакомлюсь с командами. Первый раз также. Отличные ребята, все знают, все умеют. Так что интересно, нас ждут игры впереди, смотрите нас. Ну и еще ничего не ясно. Первые игры. Кто фаворит, кто аутсайдер. Как по мне, то команды равные. Рука поднята вверх, нарушение. Отложенный штраф. Вратарь, убегай. Давай возможность продлить это удовольствие. Численного преимущества. Есть у нас свои красотки, мисс, это только приветствуется. Итак, у нас преимущество численно имеет бровары, вылетает шайба. Ну что это, пас давал, и так подцепил шайбу и перелетел борт. Это же неумышленный выброс. 4-2 минута до конца третьего периода, заключительного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, встретил как это серьезно, но судьи видели, вроде как все проходит. Ну, можно потихоньку подводить итоги, 30 секунд остается. Бровары шайбой. Ох, был момент. Можно было еще побороться за счет, если тут залетела шайба. Но спорт – это доля удачи также и везение. Шайба, бровары, бросок. Нет. Вратарь на пути шайбы. 5 секунд, 4. Бросок. Еще бросок. Нет. Нет, нет, нет. 4-2. Окончательный счет этой встречи. Молодцы Калуш, молодцы бровары. 4-2. Ждем следующей игры. Всем приятного просмотра, дорогие мои. Орешек с вами. И желает вам хорошего настроения.
Возьму барабан, я выставляю. Возьму барабан. 4-2. 4-2-4. Благодарим ребят за приятную, прекрасную игру. И мы отдохнем, ждем следующей игры.